C6. Посмотрела ролик. Девчонка в Кременчуге идет после дантиста, показывает зубы, что они все чистые после чистки. И говорит, тревога, нужно идти в укрытие, но что-то там у нас на ТикТоке, наверное, залюбовала своими зубками, и в этот момент прилет. Нужно было бежать, а она ТикТок видео делала. И жуть, ты прям волосы так вот поднимается, вот эта волна, ну, не в нее попала, а рядом, но вот эта волна, ты прям подняла все ее волосы. Вот, но потом она поднимает голову, видно, что она, ну, не знаю, мне кажется, даже не ранена, ну, не знаю. И каждый день вижу россияне, как у вас дети в школах. С оружием там уже учат обращаться. Видела ролик, где балерина танцует с автоматом. Вот скажите, россияне, зачем вы это делаете? Не к вам же прилетает. Зачем вы обучаете детей автоматом? Прилетает, вот. Вам зачем автоматы, скажите? И вопрос второй. Ожидаете ли вы, что после окончания войны в Украине Украина пойдет до Москвы и тоже воздвигнет флаг Украины над Кремлем?